в ущелье нырнем. Оп, вот они. А мы, смотрите, что делаем. Попробуем под облако перелететь. Тара-тара, тара-тара. И вот так можно заснуть. И проснуться на скале какой-нибудь. Вот тут одна скала и торчит дальше всех. Я всегда боюсь за нее зацепиться. Так, солнце откуда? Солнце так. Должно в лицо светить. Должно, ну, вот так. Будем это, как настоящие блогеры. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Как обычно, погода бомба. Это привычное действие, но она погода бомба 29 октября. То есть вот, чтобы пузо втянуть, шорты. 24 градуса сегодня обещают. И погоды у нас, естественно, нет. Парящей погоды, потому что, ну, я даже колдун вам стесняюсь показать. Вот будем взлетать, увидите колдун, он висит. Да. Но там, вот, в 50 километров в горах сегодня обещают кромку 3900 метров. Именно поэтому мы устраиваем полет «Гонка за счастьем». Погнали! Включить. Ну что ж, я залезаю. Оп. 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 Сейчас видишь, она. Оп. Это потому, что кто-то слишком много ест и пьет вкусного пива. И деваться нам от этого вообще никуда. Тут даже Макс выучил. Гребенщикова играла песня. Вот это все говорят, что пить нельзя. Так его воодушевило, и он там начал. Хулиган. Сэр Лопати тангуровый деколяж Писта Норд. Поехали. Ну что ж, мотор убрался. Ты наушники далеко не убирай. Так, авионик. Ага, авионик. Нет, оставляй пока. Первая остановка Пик де Бюр. Тут стая орлов работает. Показала нам, как тут что. И заодно очень интересно прибежали куча туристов. Поэтому мы сейчас хотим немножечко их поснимать. Вон они на вершине. Вон они по склону идут. Оп, а здесь, ого, какая турбулентность, нифига себе. Ты видел? Так говорят, ветра нету. Сейчас определит наш... Слушай, это ротор. Действительно, есть ветер южный и сильный. Мы в ротор попали. Да, слушай, жахнуло по полной программе, что называется. Максимально близко пройду. Вот они, смотри. Машут рукой. Ну вот, а здесь подъемчик небольшой. Вот оно, оказывается, надо было перед горой летать. Ну логично, южный склон. Видишь, придерживает. Оп. А здесь турбулентность от чего? Слушай, вот это приколы. Поднимает, наверное. Да приколы осенней погоды. Вот это да. Чувствуется инверсия такая жесткая. И скорость. Давай попробуем еще раз с людьми, пройдем рядышком. Так, 150, отлично, я совсем низко пройду, совсем близко. Оп! Юху! Эх! Ну смотри, а там вот облаков все больше становится, ну, на экранце. Ну, то, куда мы собираемся. Друзья, у нас прыжок за счастьем. Недавно мы делали полет, ролик я сегодня как раз за ночь смонтировал. Когда мы вдоль взлетели и полетели на моторе, потратили 4 литра топлива и все-таки смогли долететь до счастья.
Сейчас, к сожалению, мы потратим порядка 10 литров, но счастье будет таким же. Вот, сейчас нырнем, в ущелье нырнем. Оп, вот они. А мы, смотрите, что делаем. Сейчас, конечно, придется прижиматься к рельефу. Оп, 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 бабах! Да, неприятненько. Но скорость 150, поэтому с нами ничего случиться не может. Но берем за основу идею, что инверсия сильная. И, видимо, в больших горах ее, видите, пробивает. Там облаками уже все расцвело. А здесь и по прогнозу было видно, что никак не хочет пробивать инверсию потоки. Не могут, не хватает силы. Ну, извините, 29 октября. Это вот все-таки вам не фигли-мигли. Вот, крайний проход рядом с дружественными ребятами. До 120 сбрасываю скорость. Они нам махают или машут, я все время забываю, как правильно по-русски. А мы разгоняемся и попробуем по хребту пройти, посмотрим, сколько мы сможем пройти, какая высота потоков. В общем, все пощупаем. Ты готов ручку взять? Да. Ну давай, вот скорость где-то 140, вот так, 140-130. Твоя ручка, попробуй пролететься. Смотри, какой ты молодец. Ты в плюсе идешь. Просто. Да, тебя придерживают постоянно. Вообще клево, чувак. GoPro 10, возможно, не записала, как мы набирали с птичками на этом хребте, который сзади остался. То есть вот Пик де Бюр далеко, следующий склон. А вот по этому гребню мы прошли, в конце его набрали. Немного, там буквально метров 150, но этого достаточно. И наша задача переплыть сейчас через долину. И будем дальше работать под этими облаками красивыми. С левой стороны дорога, ведущая на Гренобль. Красивая наша водохранилище, видно, как работают ветряки, по ветрякам дует ветер, довольно-таки ощутимый. Компьютер тоже показывает ветер со скоростью 19 км в час дует, 140 градусов, но это получается юго-восток, юго-восток, то бишь откуда-то вот так. Ну ладно, значит, вот эти склоны могут теоретически работать, мы сейчас приходим на ближайший склон. Пробуем выйти на вот этот вот гребень и дальше там как-то немножечко выкарабкаться и наслаждаться октябрьским 29 октября. Момент истины. Будут ли потоки на этом склоне? Эх, здесь надо выбраться выше, и над горами потоки точно есть. А вот работает ли этот склон? Ну вот нолик пошел. 2300 высота, то есть нам переплыть долину хватило 150 метров. На самом деле удивительно небольшое снижение сегодня на нашем веприке. И склон работает полметра в секунду. Попробую сейчас. В любом случае набрать я здесь не смогу, но я могу сейчас, зато используя склон, пройти прямо и уже используя наветренную часть склона, пытаться выбраться где-то впереди. По крайней мере, пробуем. То есть самое приятное, что нас сильно не просаживает. 10 метров мы потеряли, вот, но в целом для разведывательного прохода это очень хорошо. Склончик не мешает, конечно, дымка, то есть вот эта вот дымка, видите, белесая, она достаточно существенно уменьшает инсоляцию, то есть было бы небо чистое, грелось бы все намного лучше. Но в то же время энергия есть.
И это не может не радовать. Сейчас впереди ребро, оно относительно нас против ветра, поэтому, чтобы не попасть в ротор, я отворачиваю вправо, немножечко его так обойду. И скорость, соответственно, увеличиваю, чтобы быстрее это дело проскочить. Все. То есть тут возможны минуса. И потом на само ребро опять прыг. И скоп. И смотреть, есть ли здесь поток. Потока здесь нет. Еден-то неприятно. Неприятно. Ну, сейчас на лбу, вот там лоб такой характерный. Лоб — это место, где я часто достаточно набираю. Должно нам повезти. Хочется в это верить. О, вот и поточек. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, классика. И до облаков красивых осталось, ну, совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Совсем, совсем капелька. И мы там, мы должны там быть. Мы должны туда слетать. Здесь со всей долины воздух упирается вот в этот кочка-упырь. И, как правило, вот этот кочка-упырь является местом для схода потока. При этом главное и важное — прийти выше этого упыря. Но мы пришли так на пределе, поэтому будет нам сейчас весьма непросто. О, и люди тоже тусуются. Смотри-ка. Палаточка. И красота. Ну, главное, что подъемчик есть. Это самое главное. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Давай, родной, давай! Егегей! Попробуем под облако перелететь. Сейчас двигаемся по паркуру Рояль. С левой стороны осталась вот эта цепочка гор, мы по ней прошли. И выходим, перед нами облако, попробуем под ним понабирать. Собственно, здесь все периодически кипит энергией. Видите, здесь поточек стоит. Но посильнее должно быть в районе облачка. Я хочу попробовать немножечко набрать. Вот. Есть поток. Он по этому ущелью течет воздух, выплевывает его вот здесь, как раз на паркуре Рояль. И мы становимся в набор. И это совершенно удивительно. Ой-о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 й. Ну, видите, приходится вот так на скалу прыгать. Это совершенно неприятно. Поэтому, может быть, я буду немножечко менять этот поток. Потому что где-то был плюс, а где-то минус. Двигаемся к облачку, вот к этому. Вся надежда на него и на склон впереди. Южный ветер дует со скоростью 13 км в час. И мне очень-очень нужно взять здесь поток, потому что я хочу еще слетать к озеру Серпансон. Вот, а хребтик такой. Если мы сейчас здесь не возьмем, то придется к озеру Серпансон идти окольными тропами. Чего мне делать совершенно не хочется. Облако яркое, мощное, красивое. Поэтому пыхает здесь периодически. Я очень хочу взять здесь поток. Прям совсем очень. Видите, какое хорошее. И высоко еще, метров 300 можно набрать. А потока нету. А почему потока нету? Может, вот здесь за вот этим вот перегибом это все счастье живет? Тут если мы опустимся еще ниже под хребты, то все будет намного сложнее. Этого делать нам категорически не хочется. Угу. Вот. Есть какой-то поточек. И хороший, судя по всему. Но мы настолько низко, что даже мне крутить страшно. Блин, вот это вот попадос. Видите, приходится как закручивать неудачника. Ну, сейчас я высоты, главное, на вираж хватило. Было бы метров на 20 ниже, я бы даже уже не дернулся. Однако вот. Оп. Хорошо. Чуть-чуть смещаемся. И гладим этот поток. Нежненько-нежненько. Ласковенько-ласковенько. И ничего не получаем. Куда облако делось? Слушай, а облако есть, а потока нет. Вот как это объяснить?
что ли, что правее уходит поток, вот вдоль пройти, что ли, немножко. Ну, давай попробуем. Пойдемся чуть по склону. Может, на самом деле справа склон генерирует поток, а облако сдувает. И такое может быть, но для начала все-таки вот этот кусочек склона проверим. Ну, есть немножечко. Ну и вот ты видишь, да, нету ничего. Здесь все счастье кончилось. Оп. Почему здесь? Вот ты тресни меня, спроси. Я не понимаю, почему здесь именно вот так вот нас плюнуло вверх. Удивительное дело. Ответа на этот вопрос у меня нет, почему нас подкинуло так неплохо здесь. Ну, собственно, подобно. Да. А, ну может отсюда начинает стартовать вот поток этот. Ну видишь, я даже закрутить над вершиной не могу, потому что я ниже нее. О, видишь, как приходится. Вот минуса пошли. Вот здесь самый краешек работал. Ну-ка. Может, вот эта осыпь справа, смотри. О, параплан. На 2 часа внизу. На 3. Вон. А вот птицы справа, смотри, вот они. Да. Вот здесь все так. Не так, чтоб сильно плохо. И поток сильный. Ну-ка. Много птиц. Смотрите-ка, друзья. Действительно, работает не самое высокое место склона. Ну, как-то даже нелогично мне казалось сначала. Ну, поди ж ты. Да, нет, сейчас вообще шикардос будет. Сейчас под кромочку наберем. Ну что, поток явно сходит хороший. Пробивает инверсию, судя по всему, и выскакивает наверх. И до облака, до этого мое желание набрать стойкое. Для этого надо предельно аккуратненько гладить поток и подниматься все выше и выше. Чем мы, собственно, и занимаемся. О, пищит по всему радиусу. Облако сверху растет, поэтому шанс есть, что я сейчас выберу. Сейчас вот меня подвыплюнуло. Это значит, надо протянуть немножечко против ветра. Сейчас я про это сделаю. Чуть-чуть вот в этом направлении, буквально капельку. Пик. И опять закручиваем. И, может быть, нас не выпихнет. 1,3 метра в секунду. Монблан вот это? Нет, это Монте-Виза. Монблан вот сейчас прямо по курсу, вон, видишь? Вот на горизонте видим. Все, отлично. Вписались. Ну и все, и когда вот так вписался уже дальше, просто держишь эту спиралечку и наслаждаешься набором высоты. Триммер можно на плюс переставить. Мы уже достаточно далеко от рельефа и достаточно безопасно. Ну что значит безопасно? Потому что значит маленькую скорость я должен, могу держать. Если даже я спарашютирую, подсорвусь, то достаточно быстро выйду и до склона не успею сделать какую-нибудь хряку-бряку неприятную. Вот это самое уже удобное состояние, когда поток акцентирован ровненько, и ты так работаешь и наслаждаешься тем, как уходит земля все ниже и ниже, над планетой ты все выше и выше. Ой, ледники видны все лучше и лучше. Ай, кайф. Удивительный день, конечно. Это Клаус во всем виноват. Я вчера чинил пипистрель, аккумулятор на нем менял. И Клаус меня спрашивает: Игор, а что ты делетаешь? Я говорю: ну как, разве погода есть? Он говорит: ну посмотри прогноз. Я смотрю, ну да, была погода. Он говорит: в больших Альпах все хорошо, надо просто туда дотарахтеть. Но мы сегодня, да, 40 километров тарахтели на моторе, увы. Но зато получаем сейчас неизгладимое удовольствие. Ну, получается, один из способов, как можно летать в Альпах осенью, ну, немножечко тратить моторесурс для путешествия в большие горы. Но при этом прекрасно летать, не хуже, чем летом. И сейчас самое главное, вот этой высоты нам вполне хватает с запасом, чтобы вернуться домой. А мы ее, естественно, будем сейчас держать, чтобы вниз не провалиться, потому что снизов сейчас вот оттуда, со дна долин, не выкарабкаться, потому что висит мощнейшая инверсия. Вот такой осенний нюанс.
мы выбрали максимум на этом склоне, максимум 3700 мы выбирали, сейчас 3600. И я вижу, что образовалось следующее облачко на следующем хребте, как раз туда, куда я собираюсь. Я хочу сейчас летать к озеру Серпанцон. Мне вот это облачко, это сигнал о том, что мне нужно сделать переход на один хребет дальше. Облачко сверху. Хребет под нами. И встаю в набор. Поток был прошли достаточно сильный. Не знаю, впишусь я его, в него или нет, но по крайней мере попытаюсь. Ну, хорошо видно облачко, вот, под которым мы висели. И вот облачко следующее, под которым мы пытаемся набрать, хотя бы метров 100, чтобы сделать еще переход на один хребет. Да, как вы видите, все не в таком стиле геи, как летом, когда мы там рвем когти, летим быстро. Но между тем, скажу вам честно, это не менее захватывающе. То есть такой нежный, осторожный, ласковый полет на планере. Все-таки это напоминает такой фонтан. То есть поток здесь заканчивается и превращается в такой фонтанчик. И на кусочков вот этого подъема периодически попадаешь чуть выше, потом сваливаешься чуть ниже, но по факту вот набор у меня прекратился. Поэтому я делаю переход на следующий кусочек хребта, вот прямо по курсу попробую туда попасть. И дальше по цепочке холмов мы должны выйти к озеру Серпанцон. Как выглядит классическая вспышечка, вот видите, облачко пэк, практически ни из-за чего родилось. Я подворачиваю четко на него курс. Потому что даже если оно растает, оно обозначает место, где есть энергия. Здесь вот часть склонов уже в тени, на них ориентироваться достаточно сложно, все в такой дымке мощной. Где-то там, за крайним хребтом, который идет на горизонте, заканчиваются Альпы, начинается долина реки Роны. А слева, соответственно, вот видно сейчас хорошо, трубу показывает на Монте-Визо. Собственно, она уже в Италии. То есть, как видите, ширина Альп в этом месте не такая большая. Ну, где-то там всякие там Монако, Ницца и прочее. Мы над горой Люси, и над ней ничего нету. То есть я рассчитывал, что где-то здесь будет поток, но мы достаточно высоко, наверное, у нас еще 3100 метров. Соответственно, если мы прямо к склону опустимся, то, наверное, что-то здесь возьмем. Ну, похоже на то, что не добивает уже потоки до сюда. Да. Увы. Увы нам, увы. Вот. Вид на озеро Серпанцон. Ну, конечно, летом все смотрится намного красивее. То есть нет вот этой дымки. Это сейчас как Юго-Восточная Азия выглядит. Как в какой-нибудь Индии. Когда вот закат и цепочки холмов тонут вот в этом. В дымке такого воздуха. Заходящее солнце через это все светит очень красиво. Вот так же, даже сейчас эту дымку очень ярко видно, видно запирающую инверсию, которая стоит в долинах. Поэтому, дабы не искушать судьбу и не использовать двигатель на возврате домой, мы планируем потихонечку двигаться в сторону нашего аэродрома, вот туда. И вдоль цепочки холмов долетим до Пик-де-Бюра, может там южный ветер будет, может где-то пуповин. Но в целом наше приключение на экране все закончено. Можно было, конечно, оставаться вот там сзади и висеть, продолжать под облаком. Там погода все-таки есть еще. Но для первого летного дня прекрасный, я считаю, результат. Поэтому мы продолжаем движение уже в сторону аэродрома. Мы плывем домой. Причем, видите, плывет планер, я приплывет сам. Потому что мне пилотировать лень. А ученик не хочет. Устал. Поэтому, как видите, летит планер и летит. А почему он так хорошо летит? Потому что здесь вообще ничего не шелохнется. С инверсией, поэтому все просто вот, не знаю, не шевелится воздух, от слова совсем. Тишь да гладь. И вот так можно заснуть и проснуться в скале какой-нибудь. Не, вот так делать не будем, естественно. Pa 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 p
Высота 2100, подходим к Пик де Бюру. Как вы видите, пришли мы ниже, чем Пик де Бюр. Нормально. Могли прийти еще ниже, метров на 400, без всяких проблем, все равно бы долетели до аэродрома. Ну и сейчас я, наверное, сделаю такой проход у скал, а то у нас все такой экономный полет сегодня, без эгигей. Готов? Вошли, промчимся по скальничку. Дыры-дыры. Скорость 150. И вот по елочкам, по скальничкам. Эх, сейчас бы сидите. Эх! Ютуб забанит. Эть! А мы сидите сверху доложим. Эх, прокачу! Чаще она обычно показывает, если сюда на такой высоте приходишь, то выпарить достаточно легко. Ну, можем дойти еще вереск пощупать. Давай я вот так вот пройдусь. Если там нисходника большого не будет, еще посмотрим горнолыжный курорт немножечко. С одним глазком. Ну, потом уже придется чесать. О, даже подъемчик здесь какой-то. Очень хорошо. Здесь поля вереска. Или не вереска, я не знаю, что-то такое растет. Ух ты ж, ё! На встречном курсе орел промчался. Видел, какой жирный? Два, да. Два жирных орла. Орла хулигана. Ну что, надплата. Вот так я тоже люблю делать. Главное, тут за лэп есть. За лэп главное не зацепиться. Ра-ра-ра. Впереди какие-то избушки. Провода, вот как раз лэп деревянная. Видишь, столбы с проводами. Вот. Так. Вот избушечки. Верхняя станция подъемничка. Ну что, отворачиваем. Аэродром, кстати, здесь горный справа. Аэродром наш там. Да, наш-то там. Мы туда уже отворачиваем, потому что у нас высота как раз аккурат дотянуть до аэродрома. Уже не хулиганье. Вот видишь, опора лэп идет ниже по склону, вот здесь опасно всегда, когда ты начинаешь брить ниже, вот тут можно на эти провода и нарваться. Это место надо обязательно знать. Вот они висят подло. Увидеть это достаточно сложно. Вот сейчас они отсвечивают, их видно, а так, в общем-то, совсем не видно. Так, ну, где-то здесь был поток. Разгоняемся. На скорости проходим и будем дальше домой тянуть, что высоты как раз немного, в таком ленивом режиме доплыть до дому. Сейчас еще нисходнички здесь отловим, как положено. Здесь до долины высота, по-моему, 1100 метров. Дует сильный ветер по всем этим полям, сумасшедшие кайтеры носятся и забираются куда-то вверх под горы, там у них какая-то своя хитрокрейтерская программа. И когда мои ученики пытаются заблудиться, я всегда говорю, вот речка, она всегда приведет к дому. Она заходит в нашу долину и там протекает мимо аэродрома. Нужно пролететь по речке километров 25 и будешь дома. Я думал, что мы сразу на посадку, а видите, пришли на склон. Южная экспозиция, 14 км в час ветер.
И этого ветра удивительно, но хватает для того, чтобы планер держался в воздухе. То есть я предполагаю, что, скорее всего, за счет небольшого прогрева что-то добавляется. И может быть из-за того, что очень ровный воздух, то есть такой поток ламинарный, такой спокойный. Вот, то есть планер так же, как вот я летел сюда, вот, бросал ручку, так же он вот здесь летит, видите, сам. Ну, можно было бы здесь продолжать наш полет сколько угодно, хоть до заката. Но тут я вставлю картинку, с какими подарками люди приезжают из Германии. И вы поймете, почему я так сильно хочу на посадку и домой. Во-первых, кушать хочется. Во-вторых, мне какое-то бесконечное количество вкуснейшего живого пива привезено. Шалить не будем сильно. И поэтому будем завтра здесь кататься, учиться пилотировать планер. Ну что, вот такой вот у нас план. Как тебе план? Огонь? План? План огонь. О, давай я тебе сейчас покажу авианосец. Где мы коров гоняли, помнишь, был ролик недавно? Да. Ну, сейчас мы там тоже пройдемся, скажем так, все равно нам высота не нужна особо. Единственное, что ветер восточный компонент имеет, и нас сейчас немножечко поутюжит. Вот я люблю, как это, по горной дороге, как самолеты, истребители всякие летают по горным дорогам, просто над дорогой. Вот я тоже так люблю, ох. И эти, ну, смотри-ка. Даже да, есть восточный компонент. Но сейчас нас здесь будет, перестанет придерживать, начнет жевать. Но вот здесь тусовались коровы в большом количестве своем коровьем. Так, скорость 150 держится нормально. И вот мы так как истребитель. Тара-тара-тара-тара. Парабам-парам-парара. Так, скорость хорошо. Я одним глазом на скорость смотрю, а другим глазом, чтобы куда-нибудь не врезаться. Вот так вот. Вот тут одна скала и торчит дальше всех. Я всегда боюсь за нее зацепиться. Главное, скорость не потерять на этом вау. Золото осени погасло. Конечно, склон тут был намного красивее. Сейчас так. Уже не очень. Все, можно сказать, зима. Когда елочки купались в золоте, было, конечно, красивее. А сейчас уже такое рыжье, можно сказать, осталось. Ну что, показываю тебе еще один веселый маневр. Смотри, я сейчас буду делать разворот влево с одновременным переходом на пикирование. Будет очень красиво. Готов? Да. Оп. И погнали по склону. Главное на вираже не зацепиться левым крылом. Такой конфигурации. Потому что оно-то идет вон низко-принизко. Ну, вот скорость 220 была. Сейчас ее сброшу. Мы могли быть ниже метров на 300, и все равно до аэродрома прекрасно долетаем. Каждый раз, когда я прилетаю домой, я стараюсь полетать немножко над нашим домиком и порадовать Макса. Макс у меня фанат полетов, и вообще у него куча коллекции самолетов и машинок, ну, как любой мальчишка. И сейчас я вот хочу как раз пролететь пониже, чтобы порадовать сынишку. Вот, разгон. Как вы видите. И вот таком, на таком виражике мы сейчас. Сближение, но без избыточного разгона. Вот так вот. Вот. Вау! И теперь уже идем непосредственно на посадочку. Ручка шасси у меня прекрасная здесь. Удобно! Шасси, конечно, здесь выпускается просто одним движением. Я этот планер, чем больше летаю, тем больше обожаю. Ну что, у тебя какой заход, афганский или обычный? Сэр Лоботин, директор Даумин, Кляйнер Плюсаус. И теперь смотри. Скорость 120. Воздушные тормоза на максимум. И такой энергичный. Вот представь, что мы самолет, у нас движок отказал, и мы должны попасть на полосу, да? А сделать ничего не можем. Мотора-то нет.
И надо и высоту потерять одновременно, и успеть развернуться. И, соответственно, я вот такую дугу выписываю на скорости 120. Даже на торец полосу не пойду, потому что высоты не хватит. Немножко раньше. И вот видишь, я прекрасно попадаю на полосу. Естественно, ветер сейчас не попутный, поэтому я могу себе позволить вот так выйти. Даже не на начало полосы, на ее какую-то треть. И все. Ну, теперь я немножко убрал тормоза, чтобы нам подлететь поближе, а то нам придется планер потом толкать. А этого я не люблю делать. И лечу, касаться сейчас буду вот где-то вот сейчас скоро. Оп. Все, выскакиваю на асфальтик и едем, катимся. И сейчас надо проверить, есть ли тормоза гидравлические. Оп, есть. Чтобы если будем катиться в ангар, я бы мог остановить планер, потому что там все-таки точность моего расчета еще немножко хромает. Сейчас подворачиваю. Ну и по идее, вот как я рассчитал, что мы должны примерно остановиться в момент, когда вот если был бы ангар открыт, мы бы в него закатились. Но он, у Клауса нет. Так, надо чуть-чуть отвернуть. И вот, смотрите, видишь, даже я к размеру крыла привык. Все. И напротив центра дверей мы остановились. Я в конце все-таки чуть-чуть тормоз использовал. Круто. Ой. Ну вот мы и дома. Вот такой волшебный полет получился. Я считаю, что для 29 октября это просто бомба. Так что до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Всем удачи. Ты доволен-то? Да вообще, слов нет. Это самое главное.